Всем привет! Сегодня покажу одну очень интересную оптическую иллюзию, которую без труда сможете повторить в любой кофейне и удивить своих друзей. Для этого нам понадобятся вот такие подстаканники из-под кофе. Их необходимо вот тут разорвать и раскрыть. Теперь необходимо разместить одну картонку над другой, так чтобы у нас совпал один край. Вот этот край мы совместили и смотрим, какая картонка больше. Вот эта картонка сейчас кажется больше, чем вот эта. Давайте теперь их сравним. Они абсолютно одинакового размера. Давайте поменяем местами. Теперь уже вот эта картонка кажется больше. Вот совместили. Поменяем снова местами. Теперь вот это больше. Происходит такая оптическая иллюзия за счет того, что когда мы смотрим на картонку, мозг автоматически сравнивает вот эту большую сторону с этой меньшей стороной. Когда мы их меняем, он теперь уже сравнивает большую сторону этой картонки с меньшей стороной этой картонки и делает выводы о том, что вот эта картонка больше, чем эта. Поменяем местами, и теперь уже эта картонка кажется больше, чем эта. Вот такая оптическая иллюзия, которую вы можете показать в любой кофейне своим друзьям. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда я буду еще снимать такие короткие видео, которые выходят вне зависимости от выхода основных серий. На этом все, всем пока!